Члены регионального правительства оценили техническую готовность и безопасность детских лагерей отдыха перед началом сезона. Задача на этот год – сохранить без изменений сеть оздоровительных баз и обеспечить загородным отдыхом минимум 49% детей региона. Всего в Ивановской области более 88 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. В этом году продолжится практика по комплектованию профильных смен. Будут работать спортивно-патриотические, туристско-краеведческие, волонтерские, творческие и трудовые направленности. Нововведением станет обеспечение полноценного отдыха для детей, требующих особого внимания со стороны государства, детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот, детей с девиантным поведением. 100 ребят из Иваново отправятся отдыхать в Крым. На это уже выделена федеральная субсидия в размере 3 миллионов 75 тысяч рублей. Напомню, что отдых в загородных лагерях бесплатный для детей из малообеспеченных семей, а также многодетных и замещающих семей. Для тех же родителей среднедушевые доходы в семьях, которых превышают величину прожиточного минимума, стоимость отправки ребенка в загородный лагерь составит 10% от стоимости путевки. В деньгах это не более 1000 рублей.